Во всей природе сохранения деток заложено то чувство, столь неистребимо, с крылом подстреленным едва умеет бегать и от гнезда уводит куропатка мимо. О, дети, я и сам еще такой ребенок, с седою бородой и головой лысой. Слова ложатся к ряду, образно и емко, а проку-то дела одни меня возвысят. Рожденный в пламени тюремного насилия Стефан или Анисим, удрав от Филимона. У Павла милости не раз потом просили, как от простуды ломтик желтого лимона. Рождение в муках, проповеди жаркой, в объятиях церкви возрастать придется. Без свары сварится, как в электросварке. Слова призыва стелят очень жестко. На ложе благовестия согласны обоюдно. Один вещать есть призыв благодати. И обращает кающихся он повсюду. И освящающую часть из алтаря подать им. Во мне огня, рифмованного вдосталь, чтоб с проповедью слиться воедино. И с наставлением в меня войдет апостол на общий труд, виденную картину. Инстинктом сохранения опасно пренебречь, отвлечься и расслабиться хотя бы на минутку. Не солоно подать с апатией речь, и недруги, не спящие, тебя в момент сомкнут тут. Позор клеймил попутчиков бездетных, что Богу не угоден явно этот брак. Давали оба Богу тяжкие обеты, не взять бесплодную, с ней жил бездетный брат. Рождает церковь и не от кадила, не от мощей и литургии верных. Но где на благовестие свидание ходило? Рожденных свыше в Библии найди примеры. 24 сентября 2009 года.